Йоу, ребятки, всем привет, мы сейчас идем по Ростову. Скоро у меня выходит релиз «Заправка Kiss 3». Я решил немножко вас подкормить перед релизом «Певучим», потому что «Певучий» релиз — это просто разрыв всего. Я уверен, что это один из самых лучших релизов, брат, давай сюда. Один из самых лучших релизов года, поэтому я решил его отложить на потом и преподать вам немножечко «Заправки Kiss 3». Просто показать, что, чуваки, блин, ну куда, елки-палки, понятное дело, ед. Понятное дело, все чуваки, ну, блядь. Но есть же мое, «Заправка Kiss». Новый, самый новый звук, который сначала слушаешь, говоришь, хуй его пойми, о чем речь идет. Проходит, блядь, просто вот полгода, чуваки такие, вау, я делаю биты. Все, вот она, индустрия перевернулась. Базара нет, кто-то говорит, что хуй с ним. Мое только поет. Я ни в коем случае не отрицаю. Но. Я разъебу вот просто модным звуком все и вся. Поэтому, ребят, «Заправка Kiss 3». А после этого я просто даю вам такую историю, love story, что вы просто вообще никогда такой в жизни вообще не видели, не слышали. Melon Music, love story. Buying «Заправка Kiss».